Программу «Вечер во Владимире» продолжает вечерний зефир. Работаем мы в прямом эфире. Телефон в студии 44 40 47. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. А я вас знакомлю с нашим гостем. Это Денис Мишин, руководитель проекта «Музыка на 33 и одну треть». Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. А такое оригинальное название, вас, наверное, часто спрашивают, почему такое название? Ну, на самом деле, название это связано вот с такими вот виниловыми пластинками. Самый популярный формат 12-дюймовых виниловых пластинок. И количество оборотов в минуту у них как раз 33 оборота и 1 треть. Поэтому такое название. Весь проект именно возник, ну вот, из-за таких вот пластиночек. Расскажите поподробнее о проекте, в чем его суть? Ну, я его определяю, что это такой музыкально-просветительский проект, который направлен на обмен опытом между музыкантами, коллекционерами виниловых пластинок, меломанами. Ну, их такую вот коллаборацию, совместное времяпрепровождение для общей пользы. А чем конкретно вот вы занимаетесь? Я знаю, что и встречи организовываете, да? Ну, давайте я, может, пару слов скажу, как все начиналось. Вот смотрите, какое-то время назад я вот стал собирать именно фонотеку на виниловых пластинок. Стало мне это интересно, мне нравилась эстетика, но через какое-то время я понял, что как и любой заинтересованный, увлекающийся чем-то человек, есть потребность делиться тем, чем ты увлекаешься. И как бы какие варианты были? Собираться дома с друзьями? Ну да, можно послушать там пластинки, о чем-то поговорить, но взрослые люди, дети, там семьи, не так удобно. И я узнал, что не так давно в областной библиотеке для детей и молодежи они открыли виниловую комнату. Очень интересное место, то есть небольшая комнатка, где стоит виниловый проигрыватель, там звукоизоляция. И в любое время любой человек города может прийти и послушать музыку на виниловых пластинках. У них большая коллекция этих пластинок есть, там несколько тысяч, насколько я знаю. И вокруг этой комнаты очень быстро организовался клуб «Винил». То есть это любители, которые приходили, слушали пластинки. Мне стало интересно, и я в этот клуб пару раз захаживал. Послушал то, что слушают ребята, и потом решил, а почему бы мне не принести что-то своего и послушать. Но послушать это было, на мой взгляд, не так интересно. Ну, послушали. Просто музыка, например, больше сегодня будем говорить, я думаю, о джазе, тем более у нас 100 лет джаза российского в этом году. Далеко не все знакомы с этой музыкой, и чтобы ее слушать, очень неплохо бы, в контекст маленько войти. И мне было интересно, я на этих встречах стал проводить такие беседы, ликбез по поводу, что за музыканты, что за музыка. И потом я подумал, а почему не сделать отдельный проект, который совмещал бы прослушивание на пластинках и вот с такой вот мини-лекцией. Оказалось, что людям интересно, люди стали приходить. Вот мы в прошлом году несколько мероприятий провели, в этом году несколько мероприятий. То есть брали отдельные направления, потому что джаз это очень широко. Мы понимаем, там за более чем 100 лет это музыка, которая накопила колоссальный объем. Вот. Проводили по лейблам, по музыкантам, связанных с инструментами. Например, последняя встреча была связана с саксофонистами 30-х, 40-х, 50-х годов. Вот. А это только джаз или планируете масштабироваться и, может быть, другим музыкальным направлениям также посвятить встречи? В плане у меня обсуждать разную музыку, потому что много музыки интересной и помимо джаза есть. И на самом деле, я вот тоже, наверное, открою некоторые планы, договоренности у меня есть с другими, то есть не я буду лекцию, а с другими меломанами. У нас в городе на самом деле очень много любителей музыки, которые очень глубоко вдумчиво к ней относятся. Также и коллекционеров виниловых пластинок много. И запланировано у нас на осень, помимо традиционных джазовых встреч, встречи, связанные с прогроком, встречи, связанные с музыкой эпохи хиппи, то есть о разной музыке. А как вообще можно узнавать об этих встречах? Многие ведь не знают, а может быть, любителей винила, любителей каких-то направлений гораздо больше во Владимире, чем вы сейчас знаете. Я надеюсь, что их больше, я даже уверен в этом. Но у нас проект на энтузиазме в социальных сетях, да, у нас есть группа, мы информацию там даем, я прошу друзей распространять. Также группа библиотеки, так как мы все-таки базируемся на базе областной библиотеки для детей и молодежи. Ну и так, среди музыкантов. Кстати, вот интересный
вариант был. Несколько последних концертов мы изменили формат, мы добавили живые выступления. И как раз, опять же, это было связано с джазом. Может быть, не все знают, но вот с октября по апрель у нас в области проходило очень масштабное мероприятие – фестиваль «Гранд Джаз». Это было 10 концертов, 10 мастер-классов в течение полугода по всем городам области. То есть были каждый концерт свой состав. И на этих концертах, помимо столичных музыкантов федеральных, выступали наши владимирские музыканты. И мне удалось поближе познакомиться с нашей молодежью, студентами музыкального колледжа. И пообщавшись с ними, мы договорились, а почему бы не разбавить прослушивание винила живыми выступлениями. И организовали полноценный практически вот джазовый концерт, совмещенный с лекцией, совмещенный с винилом. И, на мой взгляд, получилось очень интересно. Но, если честно, практика с музыкантами и до этого была. То есть соглашались музыканты, преподаватели того же колледжа. Например, у нас Дмитрий Бугаков выступал неоднократно. Другие музыканты, даже не связанные вот, с музыкальным колледжем, известный в кругах Юрий Монахов, мультиинструменталист, тоже часто поддерживает проекты. И я думаю, даже одну из передач мы из программ мы отдельно с ним сделаем по его любимой музыке. Вот вы принесли сегодня в студию пластинки. А есть вот такие пластинки, которыми вы особенно гордитесь? Точнее, гордитесь тем, что они в вашей коллекции, что вам удалось их где-то найти? Да, конечно, ну, сюда я их не принес, потому что все-таки пластинки редкие. Ну, каких-то очень такого серьезного эксклюзива, конечно, у меня нет, потому что, к сожалению, коллекционирование винила достаточно затратное увлечение. Тем не менее, у меня много пластинок оригинальных 60-х, 70-х годов, именно тогда, когда записывалась эта музыка. Ну, мне кажется, это наиболее интересно. Сегодня, на самом деле, середина нулевых годов мода на винил вернулась. И очень много появилось переизданий пластинок, которые выпущены вот уже в нулевых, в десятых, вот, буквально несколько лет назад. Но, на мой взгляд, это не очень интересно. Я именно ориентируюсь на пластинки 20 века до 90-х годов желательно. Конечно, да, это могут быть не первопрессы, то есть второе издание, третье издание, но тем не менее это пластинки, ну, большей частью это 70-е, 80-е, 60-е годы. Все-таки вот мы сейчас с вами говорим, что планируете другими направлениями заниматься, но началось все с джаза. Вот как ваше увлечение началось именно джазом? Ну, на самом деле получилось, наверное, случайно. Большая часть пластинок первых у меня стала появляться джазовых. Они, ну, первые пластинки от друзей, от знакомых. И я стал больше слушать эту музыку, и мне захотелось более глубоко ее узнать. Я стал уже интересоваться и программы профильные смотреть, стал больше этой музыки слушать, уже искать целенаправленно эти пластинки. А в последнее время, как раз благодаря фестивалю «Гранд Джаз», удалось еще пообщаться с большим количеством музыкантов федеральных, российских, и не только российских на самом деле. То есть это только укрепило интерес к данной музыке. То есть, несмотря на то, что да, я слушаю разную музыку в разные периоды времени, там, и увлечения, это и рок, и блюз, ну и сейчас я также слушаю разную музыку, но почему-то в данный момент джаз занимает большую часть моего свободного времени. А вот можно каким-то образом развить музыкальный вкус, именно слушая, может быть, джаз, может быть, какие-то другие направления? Или вот либо музыкальный вкус есть, либо его нет? Ну, я не эксперт в области музыкального вкуса, на самом деле, если честно. Ну, вот как вы считаете, вот есть ведь люди, которые слушают, например, все подряд, слушают, например, попсу, а есть люди, которые вот такие вот ценители каких-то интересных направлений, знакомы с историей. Вот я по себе скажу, почему вот мне интересно именно формат пластинок. Сегодня большинство людей слушают музыку как? Да, в плеере, там, в цифре какой-то плейлист накидали, одно, ну, музыка отсюда, отсюда, отсюда. Прослушивание же винила, оно не дает переключать треки, так, не так это удобно, да, и заставляет тебя прослушать всю пластинку. А ведь записывалось, особенно в то время, вот именно не отдельная композиция, а пластинка – нечто целостное. И прослушивание винила меня натолкнуло на то, что, да, а интересно, поподробнее узнать, а что же там?
прочитать какой-то лайнот сзади, да, то есть что за пластинка, почему записано, погрузиться в историю, и ты начинаешь уже несколько по-другому смотреть и на музыку, и на музыкантов, которые ее записывают, и на то время, когда она записывалась. Именно поэтому, вот, мне кажется, заинтересованность пластинками приводит, ну, во всяком случае, меня привело вот к таким вот мыслям, к таким идеям и, ну, к такому формату прослушивания музыки. Откуда берет корни вот именно джазовое направление? Привыкли думать, что это Америка, но оказывается, все гораздо дальше. Нет, на самом деле джаз возник в Америке. Это как бы. А я вот читала в интернете, что африканские еще есть какие-то. Здесь несколько слов. Африканские, то есть смотрите, джаз возник в Америке. Но джаз возник из слияния многих культур. То есть это афроамериканцы, то, что у них осталось еще с тех времен, когда там, это, ну, это в основном ритмическая составляющая, когда это до того, как, до того времени, когда их переселили насильственно в Америку, да, они пытались сохранить свои традиции африканские. Конечно, за столько веков в условиях того, что им не давали развивать, что-то там изменялось, но тем не менее остались вот такие составляющие ритма. Кроме этого, рабочие песни, блюзы, госпел, то есть это был такой плавильный котел из множества-множества направлений, рэгтайм, какие-то элементы европейской музыкальной культуры. Вот это все и дало рождение джазу. Многие историки по-разному определяют годы. Кто-то, что это 17-й год 20 века, кто-то говорит, что уже элементы джаза в 12-м, 10-м. Ну, то есть это самое начало 20 века. Появился джаз в Америке. А в России, когда джаз появился? Ну, в этом году мы 100 лет российскому джазу отмечаем. То есть, соответственно, это 22-й год. Тут очень интересная история. Я сошлюсь на Кирилла Машкова. Это главный редактор журнала «Джаз.ру». Просто недавно вот мне повезло пообщаться с ним. И в настоящее время он снимает документальный фильм, который осенью выйдет, про как раз историю российского джаза, работает в архивах, очень много общается с музыкантами, документацию изучает. И вот в беседе с ним, он мне поведал. Ну, Россия была бы не Россия, если бы джаз в Россию завезли музыканты. Джаз в Россию завез не музыкант, завез танцор и поэт. Был такой Парнах, как он себя называл, мастер эксцентрического танца. И когда он был в Европе, во Франции, он в одном из баров услышал живой джаз. Ему это очень-очень понравилось, и он решил, что он в Советскую Россию тоже хочет это привести и показать. Это было в 21-м году. Он собрал какие-то инструменты, купил какие-то партитуры, ну, какое-то количество пластинок, тогда еще шеллаковых, не винил был, и привез в Советскую Россию. Но он не музыкант был, то есть как он, ему джаз понравился, но как он его понял, как он пытался его воспроизвести, конечно, записи того времени нет, но большинство людей склоняется к тому, что не очень-то это на джаз было похоже. Но тем не менее, после месяца репетиций, 1 октября 2022 года, состоялось первое выступление джазовое у нас в России. Вот отсюда уже и считают как бы зарождение российского джаза. И знаю, как раз-таки этой дате будут посвящены мероприятия интересные. Да, на самом деле мероприятия, связанные с джазом, проходят уже весь год. Если говорить о каких-то вот наших ближайших соседях территориально, да, в первую очередь я бы вспомнил в начале июня, неделю, первый московский джазовый фестиваль. То есть там 7 площадок, на которые в течение недели устраивались концерты. То есть там порядка 100 музыкальных коллективов выступило за это время. Я вот несколько дней тоже ездил, присутствовал на этих концертах. В начале июля, с 3 по 5, с 1 по 3, вот я ошибаюсь, у меня проспектик тоже есть, в Ярославле был интересный джазовый фестиваль. Тоже приезжали, ну, звезды федерального уровня, проводились мастер-классы, различные мероприятия. Ну, Владимир у нас не встает. На самом деле, вот если говорить о каких-то регионах, у нас Владимир показывает очень себя хорошо. А что будет во Владимире вот в ближайшее время? Ну, смотрите, сначала давайте вспомним, что было. То есть гранд-джаз с октября по апрель. После этого, в рамках того же гранд-джаза, в это же время у нас джазовая провинция была, где Николай Винскевич и Леонид Винскевич традиционно представляли свой концерт. В начале июня джаз-гром был.
И сейчас я как бы информацию чуть-чуть инсайдерскую скажу, ее, по-моему, еще в открытом доступе нет. И прошу всех обратить внимание, 30 июля в Суздале и 31 июля во Владимире будут два дня большой-большой джазовый фестиваль. Это по 5-6 часов музыки, там со свободным доступом, то есть все желающие могут прийти, будут замечательные музыканты, то есть лучшие музыканты Москвы представят свои программы. Поэтому я крайне рекомендую на этот фестиваль попасть, называется он будет «Джазмост». Название, кстати, интересное, то есть направлено на наведение, ну, как бы создание мостов между разными направлениями джазовой музыки, между разными музыкантами, между людьми и джазом, людьми, которые еще не знакомы с джазом, джазом и другой музыкой, потому что там будут представлены коллективы, которые играют, например, джаз-рок. Вот. То есть очень интересное мероприятие, я очень рекомендую посетить, сам я там обязательно буду. Вот, поэтому... Всех ждем. Да, всех ждем. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в гости, поделились такой интересной темой и действительно полезную информацию дали нашим телезрителям о том, какие мероприятия можно посетить. Спасибо, приходите на наши мероприятия. Я думаю, там будет интересно.